этот класс автомобилей до 10 секунд, которые... Максим соблюдает все меры, масочку одел на лицо, правильно. Говорится, ковид не пройдет. Да, антисептиком еще это. Вот это он вчера с 9 выехал, 12 вольт, снова в Кузнецко. Михаил. Как ты, Михаил? И вот это тоже. Это с Новосибирска. А, руки-то помнят. Да-да-да. Сейчас мы увидим заезды этих автомобилей. Горик! Да, конечно. Все проехали из 9. Так что вот законодатель скорости вчерашнего дня Максим Соколков. Ну, я думаю, пока еще рано говорить о рекорде. Чемпион образца 2019 года. Там кто был в 2019 году, помнит все эти трагичные заезды, финалы. Доставка грузов до Казахстана недорого. Гарантия. Гарантия до границы, да? Мальчики с крестьем. 12 вольт греться не будет, потому что она полноприводная. Хотя есть возможность прогрева задней оси. Ну а чайзер сейчас подымит. А, точнее кресто, прошу прощения. Сейчас мы увидим кучу дыма. А кого ты ожидаешь? Жень, хватит немощи. От Константина Колесникова ожидаю выход здесь. Имею право.